В Кировской области водитель внедорожника умудрился попасть в аварию прямо посреди леса. Участник клуба экстремалов устроил испытание для своего УАЗика. Машина форсирует речку и сходу пытается въехать на очень крутой склон. Тема! Эй, держите его сверху за Да не уплывет! Вообще, заснял все. Красавчик. Водитель внедорожника не пострадал. Его трюк, судя по комментариям, понравился всем зрителям, ну, естественно, кроме одного владельца старенького «Жигуленка».